Безопасное использование газа и обеспечение водой жителей глубинки. Эти темы стали главными на заседании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса Курской области. На данный момент 94% жителей региона заключили договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования. Это один из лучших показателей в ЦФО. Кроме того, члены совета обсудили результаты работы Курскоблводоканала. Организация была создана в 2012 году для обеспечения водой жителей курских сел. На сегодня она обслуживает 4 района области. Одна из главных проблем – неплатежи населения. У нас пока 60-70% оплачивают на себе воду. Люди не привыкли платить за воду. Но таковы федеральные законы. Конечно, что сегодня на селе колонку вольно не включишь, как раньше гуси поливали, это уже невозможно, потому что все должно учитываться. Планируется, что к началу отопительного сезона Курскоблводоканал будет обслуживать 10 районов Курской области.